Борис, а правда, что подарок на 8 марта зависит от подарка на 23 февраля? Ну, конечно. И не только подарок, но и то, где пройдет совместный отпуск. В Доминикане или дома на диване. Не, ну тут я не согласна. Знаешь, если женщина хочет провести свой отпуск в Доминикане, то она его там и проведет, пока кто-то будет лежать на диване. Слышишь слезы по щекам, не заметишь, знаешь, это все так серьезно, сердце обмануть невозможно. Нарисую вновь я улыбку, так хочу забыть все ошибки и, поднявшись вверх, вновь проснусь я, потерять тебя боюсь. Я убегу, тихо в небо улечу, словами нежными. Назад невозможно, и забыв про страх, вновь кричу я, каждый день тебя зову я. Мысли в пару раз неизбежны, на осколки в миг все надежды, и, поднявшись вверх, вновь проснусь я, никогда к тебе.